Между тем, продолжается прием заявок на губернаторскую премию «Наше Подмосковье». Как сообщает местный портал РИАМА, с 26 марта люберчане уже зарегистрировали более 110 проектов по нескольким номинациям. Прием продлится до 31 мая. 113 проектов от жителей городского округа Люберцы поступили на рассмотрение в оргкомитет областной премии «Наше Подмосковье». Ее цель – поддержка социальной активности жителей Московской области. Помимо одиночных проектов, участники регистрируют работы по трем номинациям – «Команда», «Объединение» и «Сообщество». Самыми популярными направлениями для творчества стали патриотика и гражданская инициатива, в рамках которых люберчане создают патриотические клубы, оказывают помощь ветеранам, спасают бездомных животных. Прием заявок продлится до 31 мая. Для этого нужно обратиться в любой из 8 консультационных пунктов. С 13 июня по 20 июля участники представят свои проекты в муниципалитетах. Награждение победителей пройдет в сентябре. В этом году фонд премии составит 180 миллионов рублей. Будет определено 2018 победителей. Напомним, премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Александра Томе, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.